всех на моем канале, дорогие мои подписчики, гости канала. Давайте посмотрим, что вам нужно знать прямо сейчас. Вот кому-то из вас, что вам... Расклад общий, поэтому резонировать не со всеми и не надо обижаться на тарологов, которые вы смотрите. Вот что смотрю, что там они говорят. Ну, просто расклад не ваш. Но я вам честно могу сказать, что смотрите, смотрите, значит, вы ищете какое-то решение своей проблемы. Вы ищете какую-то истину, какую-то ниточку, какую-то возможность. Смотрите, может быть слово, может быть фраза, может быть расклад вам один попадется из тысячи, который вам очень поможет. Давайте возьмем три карты. Что вам нужно знать прямо сейчас? Карта обмана. Ну вот оно, видите, предупреждение святки, карта обмана. Ну, знаете, эти люди, они, возможно, кто-то из вас очень устал от каких-то козней, от каких-то третьих лиц. Но здесь мало того, что здесь обман, здесь может быть и магическое воздействие у кого-то. Я говорю, святки, они сильные времена для... колдовства, для наведения негатива. Вы знаете, вот этот обман, видите, наперст. Естественно, это обман, да, изначально. Обман. Кто-то за вашей спиной играет в какие-то нехорошие игры. Но от вас это уходит. Вот вам ангел. Знаете как? Вы уже не знаете, кто-то не знает, как выйти из положения. Но у вас уже ангел, вестник, он берет за руку и кладет руку на плечо и говорит вам: не переживай, все будет хорошо. Вот этот вот обман, он раскроется. Сейчас посмотрю, что здесь. Так, как бы мне кого-то взять. Энергия. Темные, но после, как всегда, говорят, что после солнца, ой, после тьмы, темноты наступает рассвет. Давайте посмотрим вот этот обман. Что хотят сказать? Видите, манипулятор сразу вышел, человек. Женщина. Ложь. Вот он, обман. Видите, кто-то обманывает вас. Кто-то хочет вами манипулировать. Кто-то в прямом смысле вас обманывает. Обратите внимание на свое близкое окружение. Сон. Возможно, вам... У кого-то это женщина. И вы во сне. Вы во сне эту ложь. Вот видите, вот он, ангел. Во сне вы эту ложь откроете. Луна, да, видите, сон, луна ночью. Кто-то очень высокомерный. Знаете, смотрите, карта смерти, карта начала, это закончится. Ну, как я говорю, что это закончится, вы уже устали от этого всего. Кого-то идут манипуляции в нашей жизни. Давайте посмотрим вот это. Женщина. Смотрите. Смотрите сон. Смотрите сон. Давайте рассмотрим, что вот это вот значит. Здесь, видите, кладбище, убегает женщина. Здесь как привидение какое-то сзади стоит. Что это? Знаете, такое ощущение, что как от вас вот эти обманщики побегут. После обмана карты выходят.
Посмотрим кольца. Охотник опять. Перемешала ведь хорошо карты. Знаете, кому-то здесь нужно поработать с огнем. Выходит карта огонь. Кто-то здесь действительно уйдет из вашей жизни. У вас начало чего-то другого. Ну, смотрите. Сейчас возьму другую колоду. Возьму оракул Ленорман. Что он покажет? Древо. Сердце. Да, это как чистка. Нет, она от леса. Она уходит из вашей жизни. Вы очищаетесь. Карта Лилия. Это человек, который очень много говорит за вашей спиной. Это уход от вас, этих людей. Понимаете, после каких-то обманов эти люди как убегают от вас. Они начинают вас бояться. Тут кто-то может делать чистки, кто-то снимал негатив. Ложь, обман вокруг вас. И он уходит. То ли вы рассекретите этих людей, то ли вы что-то, может быть, поймете. Карта леса, много разговоров за спиной, зависти, злобы. Вот она, луна, темная луна. Вы знаете, вы какое-то приятное известие получите по поводу своих каких-то негативщиков, третьих лиц, которые делали вам негатив, обманывали вас, лгали вам за вашей спиной. Да, карты очень хорошие идут. Вот эта луна, она от вас уходит, вот эта темнота, словно от вас вот эта темнота, она убегает. Видите, луна закрывается картой солнца. Ночь сменяется, тьма сменяется светом. И хочу посмотреть вот это вот, эту карту, когда вам, вы знаете, словно вы даже не поверите, вы не верите ни во что уже. Сейчас все-таки возьму вот эту колоду, хорошо перемешаю. Вроде мешало хорошо. Карты выходят. Семья и темная карта. Это что-то в семье у вас происходит. Какие-то люди темные за вашей спиной. Кто-то из круга близких. С людьми, которые вы общаетесь. Вот так вас обманывают. Давайте вот эту посмотрим. А видите, ангел, справедливость идет в вашу жизнь. Вот на эту карту выпадает карта справедливости. Вода, привычка, карьера. Знаете, вода и привычка. Надо, может быть, кого из какого-то избавиться, из какой-то вот вредной привычки. Может быть, кто-то из каких-то проблем стал налегать на спиртное. Здесь вот эту привычку нужно убрать. И у вас пойдет в гору. В гору ваш. Ну, тут карьера, но ваш рост. И вашу жизнь действительно помощь высших сил. Напой. Освобождение. Знаете, может быть, вам кто-то и делал, может быть, подливали. Может быть, вашему мужчине тут кто-то из близких делали на алкоголь. Чтобы вы искали правду вне стакана настолько. Видите, как вам тяжело вот на самом деле.
тяжесть. И ангелы говорят за руку, за плечо, что не надо, не делай лишнего того, что может еще больше тебе навредить, что все хорошо, это все от тебя вот так вот убежит, уйдет. Вы освободитесь от этого. В общем, здесь таков расклад. Смотрите подсказки во сне. Во сне вам придет какое-то решение. Это вот вести вот эти вот. Видите, опять, вот я говорю, во сне карты сон. Сон, тень. Миротворение, наблюдение, помощь и знание. Во сне вам придет. Тут серьезно здесь говорю. Сейчас энергии такие. Вы узнаете, кто этот тень. Вот это вот. Кто вам доставляет столько неприятностей. Что-то вам во сне откроется, какая-то истина. То, что для вас неизвестно. Что-то темное. Миротворение, наблюдение, помощь. Помощь придет какая-то благодаря этим знаниям. Это помощь вот этих ангелов. Они вам во сне все покажут. И вы пойдете к достижениям. Кому-то прямо здесь, знаете, кому-то, может, надо чему-то учиться. Вот у кого-то, может быть, кто сталкивался с этими обманами, какой-то болью. Может быть, есть способности и к эзотерике каким-то. Кто-то чистки делал. Почему здесь уходит вот этот негатив, убегает. Кто-то научился. Отбросьте страхи. Разойдутся дороги. Слезы, зависть, противостояние. Кто-то даже по ночам здесь, знаете, как воздействовал на вас. Так что смотрите внимательно. Сны. Эти дни вот до крещения, они вещи. Сейчас еще возьму одну карту решающую. Но вам придет помощь. Вот он. И там карта помощи. Помощь и знание. Очень хороший этот оракул. Очень-очень хороший. Очень глубокий. Да, смотрите. Кто-то из вас прямо получит подсказки. Вот эта карта, это... Здесь женщина у очага. И как с помощью огня к ней приходят какие-то тут силы, какие-то знания. И вам они придут. Кто-то ведущий здесь человек будет смотреть. Карта тоже очень хорошая, очень мощная. Слушайте все подсказки, слушайте, смотрите знаки. Такое вот сейчас время, понимаете? И вы выходите из этого состояния. Вы эту тьму какую-то, вот что-то от вас, оно... Вы убежите, она от вас уйдет однозначно. Вы здесь как вздохнете, а здесь вы уже... Здесь вы уже другая будете, абсолютно другая. И смотрите, везде горит огонь. Кому-то прямо совет мой. Чистки огнем. Свечи, чистки. Разговаривайте с огнем, зажигайте свечи, разговаривайте. Вот такой был расклад, что вам нужно знать кому-то прямо сейчас. Всего вам доброго, до следующих видео. Все темное, оно действительно здесь убегает, уходит. Либо вы здесь оставляете это все позади. И за вами вот эта темнота, она уже не идет. К вам уже приходят ангелы и успокаивают вас. И карта огня, домашний очаг. Что-то вот хорошее прямо, знаете, вот что-то будет меняться в лучшую сторону. Но огонь вам в помощь. Всего вам доброго, до следующих видео.